Я потеряла сознание. Ну, чтобы не пугать соседей, я втащил соседку в свою квартиру и решил оказать первую медицинскую помощь. Чтобы не испачкать пострадавшую, я скинул с себя всю грязную одежду и начал делать искусственное дыхание. Рот в рот. Когда я пришла в себя, этот серийный негодяй, совершенно голый, делал со мной, что хотел. Он то толкал меня в грудь, то зачем-то дул мне в рот.